И снова здравствуйте, друзья. Возвращаемся в прямой эфир. И сейчас внеплановый визит в гости к Алексею Валерьевичу Журавко, потому что на Украине происходит интересное событие вокруг Донбасса в основном. Ну, не могли не позвонить и не задать несколько вопросов. Валерьевич, приветствую. Приветствую вас. Ну, первый момент, это оплеванный Зеленский рядом с женщиной-президентом Швейцарии на мосту между украинской Луганщиной и ЛНР. Женщина говорит, вот мы привезли гуманитарку, мы возим ее и украинскому Луганску, и луганскому Луганску. И стоит Зеленский, кивает головой. Вот этот визит, поездка к мосту, я видел там куча охраны, боятся нас, что мы сосна перских винтовок, их там всех поубиваем. Что об этом визите можно, в принципе, сказать? Верх цинизма, низость Украины. И хочу тебе сказать, это показатель то, что Европа и Америка продолжают кукловодить Украиной. Украина не самостоятельна. Ну, а то, что все СССР, там другие международные наблюдатели говорят, что там нету оружия и снайперов никаких нет. И можно было подойти к мосту. Но меня это удивляет, почему не подвели, чтобы показать, что же все-таки это за мостик. Вот и все. А это ж не мостик, это ж украденные деньги, какая-то пешеходная дорожка. Конечно, мне страшно за этим наблюдать, хотя по картинке было все видно, как их используют, как болванчиков в чужой игре. Вот и все. Алексей Валерьевич, перемирие по-зеленски новое, но вот я у Марочка читаю, у других ребят наших читаю, военкор Котенок пишет постоянно по этому поводу, даже опросы проводят, сколько времени Украина выдержит это перемирие, 24 часа, неделю, месяц, бесконечность плюс, вот твой взгляд на это новое очередное 100-500-е перемирие? Ну, ты знаешь, если говорить так предметно, вот сколько я наблюдаю за этим процессом, как они перемирие начинают, и как они обещают, и школьное перемирие, там, и летнее перемирие, и праздничные, но максимум до 3 дней не выдерживали, максимум. А так обычно сутки-полторы и обратно горотают пушки, вовсю улетают снаряды, убивают мирных граждан, снайперы стреляют и так далее. Я тебе хочу сказать, что это перемирие будет очень недолгое и красочно будет провальное, как всегда. То нацики им помешают, то политическая ситуация не та, то ситуация и хаос, который напрягает, надо будет сбрасывать этот весь пыл, назовем так, внутреннеукраинский. Поэтому я не думаю, что это перемирие будет. И оно так интересно звучит, это перемирие. Но знаешь, как будто, знаешь, подзатыльник кто-то дал ему. И это было высказано типа так. Вот Украина пойдет на перемирие. Поэтому я не вижу ничего хорошего. Вот если все пазлы сложить украинской политики, украинского движения, экономики, хозяйства, разговоров, напряжение в сегменте телевизионном, да, информационном. Я не верю. Я не верю, и его не будет. Да. Алексей Валерьевич, другой момент. Наш МИД высказался по поводу этого перемирия, что как бы оно и неплохо, но с другой стороны попенял Украине, да и не только наш МИД. Ребят, а как вы собираетесь вообще выполнять Минские соглашения на фоне того, что местные выборы назначили без учета договоренностей Нормандской группы, без учета подписанных в Минске документов в 2015 году? Что значит выборы местные по всей Украине без Донбасса? Ты понимаешь, дело в том, что тут надо брать полностью не только местные выборы, но и надо брать все законодательство, которое они по большому счету не приняли согласно Минских соглашений. Да, это и о статусе Донбасса, это сегодня и амнистия, это и прекращение огня,
Это многие пункты, которые говорят именно в этих соглашениях. Я думаю, ни Зеленский, ни политики украинские их не читали. Да? Они просто знают, наверное, есть Минское соглашение. А в суть и в проблематику они не входили. Да? Везде определенные... Вот, Алексей Валерьевич, вот здесь как раз у меня вопрос. Зеленский, понятно, человек творческий, гуманитарий, он витает в облаках, он нюхает, курит, не знаю, что он еще делает. Но когда президент страны, более года возглавляющий страну, вдруг говорит, ребят, нам надо понять, вы нам объясните, пожалуйста, расшифруйте по пунктам Минские соглашения. Мы их не читали, мы о них ничего в принципе не знаем, оказывается. Выполнять мы их не хотим, мы их хотим перелопатить, но вот вспомни соглашение с ЕС, да, которое они подписали и из-за которого Майдан устроили, и Минские соглашения, опять-таки, они даже не знают, что там написано, или включают полную дурочку. Ты понимаешь, дурочку назвать нельзя, но можно сказать так, если мы не хотим этого сделать, мы не только дурочку должны включать, мы и не видеть должны, да. Ну, ЕС соглашение не подписали, не глядя, судя по всему. Теперь они получают экономические плоды от ЕС, да? Но дело не в этом, понимаешь? Тут надо все факторы при выполнении, так как они обещают, что они будут выполнять и обстреливать не будут, и придут к какому-то примирению, надо смотреть все факторы. Ты посмотри, что в Америке делается. Ты посмотри, как... На Россию сегодня давят. То украли одно, то еще что-то, то Северный поток и так далее. Санкции везде вводят по всем направлениям, да? Ну и давай расклад посмотрим. Почему сегодня так пупеет и выращивается активно позиция? Нам мир не нужен, нам война нужна, да? Этого Порошенко, там Турчина уже передай мне власть мирно. Зеленскому, иначе ты увидишь, что получишь. Понимаешь, весь негатив надо куда-то сбрасывать. Представь себе, Байден выиграет. Кто привел эту революцию, гидность, в 2014 году? Мы все их помним. И Байдены, и кто только там не был. Ты что думаешь, на этом фоне прекратится? Ну вот сегодня там в Америке ужас типа творится. А система-то работает. А война продолжается. Ты понимаешь, пока мне там говорят, Америка развалится, я думаю, она еще не скоро развалится. Да, проблемы будут, но система работает исключительно, четко и ясно. Теперь второй фактор. Нацизм присутствует в Украине, как бы мы там ни хотели. Шизофреники присутствуют, экономика никакая. В хозяйстве полный хаос, бардак. Украина замкнутая, но в Россию практически люди не ездят. Коронавирус типа. В Европу сегодня, Европа закрывает шторки. Куда деваться? Насыщение Украины оружием, деньгами продолжается. У меня вопрос. Влево-вправо куда двигаться? Конечно же на Донбасс. Поэтому, если кто-то захочет хвостик обратно поднимет, как я называю, пухнет в сторону Зеленского, и он начнет оружием махать и дребезжать. Это я так в общем сказал. Поэтому я на слова Украины, властей ее, не надеюсь, не будет никакого перемирия. Знаешь, что самое большее сработает и лучше? И тогда сразу пушки замолчат и все остальное. Это, будем говорить так, принуждение к миру. Только так. Все уже вышло давно из-под контроля. Да даже если принудить к миру, вот гипотетически, а что делать с тем хаосом, который будет твориться там на Украине? Гипотетически прорисую ситуацию, что все, договорилось. Украина, Донбасс, отдельный статус, Минские соглашения, но при том гниение страны, что там происходит, и при разных понятиях, которых они попринимали в законодательстве,
что делать внутри Украины? Кто будет зачищать ту свору одебелевшую, которая ходит, скачет с оружием и творит беспредел? Это ж та же самая война, гражданская. Ведь она там идет. Ты смотри, один теракт типа этого, фейковый, не фейковый, много вопросов, но тем не менее, к слову, теракт. Второй захват там, тоже поговаривают в Полтаве, очень нехорошая, такая как будто сговор есть. Почему тот появился, почему этот, ну какая разница. Но слово применяет теракт. Каждый день взрываются люди. То есть атошники там, дебилы стреляют с окон, троллейбусы обстреливают и так далее. Вопрос, что с этим делать? Это тот же самый силовой сценарий, когда надо зачищать этих подонков. Но это убийство. Убийство дебила, грубо говоря. Прости, Господи, и так далее. Это та же самая кровь. Поэтому мы возвращаемся к тому, что на сегодняшний день ту сторону в лице государства и отшибленных невозможно заставить просто так сложить оружие и прекратить стрелять. Да? Вот тебе и все. Но фактор агрессии России в Украину и в политической жизни, заметь, чем больше говорим о мире, тем больше говорят о том, что Россия это агрессор. Он растет, этот фактор. И расстояние между Киевом и Москвой, это с другой стороны, если Донбасс убрать, он растет. Дыра растет. Поэтому в данный момент, ну я поступал по-другому, не все могу в эфире говорить. Поэтому, Сергей, я не вижу. Не вижу выхода с этой ситуации, что Украина пойдет на перемирие. Оно будет недолгое для показухи. Алексей Валерьевич, заканчивая эфир, мы вот сегодня с Сергеем Филатовым, замечательным журналистом, исколетившим весь мир, общались и пришли вот к какому выводу, что ценности в мире меняются, что на первый план выходит вода чистая, питьевая, продукты питания экологически чистые, здоровье людей, которые вот страдают от всей этой гадости, фастфудов и прочего всего. Вот. Может быть, поэтому как раз, смотри, в Ливии сейчас Египет, Турция, там, Алжир, еще кто-то, а под Ливией резервуар подземной воды, сопоставимый с объемом Байкала. Вот. А Украина – это черноземы. И вот как раз умные люди сейчас силой оружия и дураков, вот этих вот бандерлогов, забирают эти черноземы, чтобы контролировать их на будущее, на перспективу. А мы все сидим и ждем, когда же хохлы друг друга перебьют, осознают и на коленях выжившие приползут к нам. А если некому приползать будет, если поставлена задача уничтожить местное население, всех этих пигмеев, аборигенов, так, чтобы некому было к нам ползти, а потом быстро умиротворят территорию, и транснационалы, вот эти корпорации аграрные, будут спокойно зарабатывать деньги на украинских черноземчиках. Слушай, никому это не секрет, так оно и делается. Если вы, дебилы, сами не можете вспахивать свою землю, нафиг она вам нужна, лучше мы ее придем и отберем. Вот так они это понимают, да? Я считаю, что нам надо расширять свою зону влияния и возвращать свои земли в наш бывший могучий Советский Союз. Вот только тогда будут с нами считаться. Вот и все. И тут ответ только явный один. Не уступать ни одной пяти своей земли. Вот как я это называю. Если бы мы не уступали ни одной пяти земли, сегодня бы на территории Украины кровь бы не лилась. Вот и все. Алексей Валерьевич, спасибо тебе большое. Время истекло сегодняшнего эфира. Очень был рад пообщаться. Всего тебе хорошего. Знаю, что ты нарушить собрался свое затворничество. Скажи зрителям, сколько дней ты провел безвылазно вот в этом помещении, находясь на вынужденном добровольном карантине? 125 дней.
Да, это серьезно. Практически узник замка Иф, который вот потом все-таки выбрался. Ну, дай бог, что тебя не в мешке вынесли, а чтобы ты нормально сам на своей тележке выкатился и посмотрел на солнышко, на голубое небо. Удачи тебе, крепкого здоровья и до скорой встречи. Итак, дорогие друзья, Алексей Валерьевич Журавка был нашим собеседником в этом эфире. Прервемся, скоро вернемся и продолжим. Пока.